Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления корейской морковки. Этот рецепт давно существует в нашей семье. Все члены моей семьи очень любят его, и я очень часто готовлю ее. Для приготовления корейской морковки нам потребуется 1 кг очищенной моркови, 2 чайных ложки соли, 3 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка перца черного молотого, на кончике ножа острого красного перца, 4-6 столовых ложек уксуса 9%, кориандр 2 чайных ложечки. Я сейчас показываю кориандр, который продается не обжаренный, его нужно предварительно обжарить на сковородке и измельчить. Я это уже сделала. И грецкие орехи. Грецкие орехи измельчаем 10 штук. Также добавляем растительное масло полстакана 125 грамм и 2 головки больших чеснока, которые мы тоже будем измельчать. Сейчас мы приступаем к нарезке морковки. Можно вот таким ножом измельчить морковку. С одной стороны у него мелкие зубчики, им я очистила морковку предварительно. А с другой стороны вот такой измельчитель с крупным и мелким зубчиком. И можно вот с помощью такой терки. Мне больше нравится вот это, поэтому я буду делать этой теркой. Берем морковку очищенную и натираем. Килограмм морковки мы натерли для корейской морковки. Добавляем сюда сахар подготовленный, 3 столовые ложечки. Соль, 2 чайных ложки. Соль можно добавлять по вкусу, но приблизительно это 2 чайных ложки. Перец черный 1 чайная ложечка, перец красный острый на кончике ножа 1 кориандр измельченный, поджаренный, вернее поджаренный, а потом измельченный. Так. Грецкие орехи измельченные 10 штук. Уксус 4-6 ложек. Если не любите очень острый, можно 4 ложечки. Если поострее, то можно 6 добавлять. И измельчаем 2 головки чеснока крупных. Полстакана растительного масла. Морковку хорошо перемешиваем. Даем постоять 20-30 минут при комнатной температуре и убираем в холодильник. Прошло 30 минут, морковка постояла в комнатной температуре, и сейчас мы ее перекладываем в контейнер. Аромат, конечно, бесподобный. Морковка пустила сок. Через сутки морковка уже готова, но чем больше она стоит, тем она вкуснее. Весь сок мы выливаем
морковку, закрываем крышечкой и убираем хлоя. Прошло двое суток после того, как мы морковку нашинковали и замариновали, убрав ее в холодильник. Сейчас мы посмотрим, какой она стала, какая консистенция. Мы ее перемешаем. Вот сок, масло растительное, запах чеснока. Боже, какой аромат от этой морковки, орешки. Они мягенькие стали. Накладываем ее. Так, салатничку. Морковка стала немножко мягче, но она осталась такой же хрустящей, такой же замечательной. Посмотрите, как аппетитно она выглядит, какая она красивая. А запах, невероятный запах чеснока, кориандра. Очень вкусно, очень вкусно. Ну а соль можно положить немножко больше, кто любит очень соленое. Я дала минимальное количество соли. Соль можно всегда добавить. Всего доброго. Всем приятного аппетита. До свидания.